Всем привет, с вами Нью Зет, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Far Cry 4. Да, всем привет. А куда мы двигаемся вообще? Да. Я вообще уже запутался, что делать, да? Реджи и Йоги мы двигаемся. Нет, Реджи и Йоги, понятно, что мы двигаемся, просто зачем мы туда двигаемся? Да потому что нам кто-то написал, что нам туда надо. Классно, чё. Ладно, а чё нет-то? Двигаемся, Реджи. Пусть так будет. Йоги, Реджи. Дальше, потихонечку. Эй. Ну куда Опан. Ты лезешь? Сон. Куда ты лезешь? Ты, ну... Очень сильно хотелось. Опа-на. А, там машина едет. Сюда! Сюда! Новый Кюрат! Пора тебя сдохнуть! Я иду! Ой-ой-ой-ой! А почему ты вообще с этой херней ходишь? А где гранатомет? Подожди, это тут... Что тут происходит? Что ты там орёшь-то? Да кусты какие-то у меня, говори. Конечно, да. Я знаю, что надо делать. Что, по-моему, иди так сюда, уже мясо было. Кинул в него. Давай, носорог, прибегай. Тигр бежит. Нет, собаки. Так, ну ладно. Тоже неплохо. Вот молодец, вот хорошо, красавчик. Заточите его, заточите его. Вот молодцы. Нормально. Вот мясо используется. Вот, кстати, да, отличный способ. Только они потом кидаются на всех. Ну, это беда. Поменяй, пожалуйста, револьвер. Ты же не Рик. Нет, я Граймс. Буду ходить с револьвером. Типа, да блин, у тебя гранатомет. Людей. У тебя заебундный был я гранатомет. Я буду наказывать людей ходить с револьвером. А какие у тебя вообще, какое оружие? У тебя пулемет? Нормально у меня всегда. Лук. Снайперка. И, блядь, револьвер. Серьезно? Мало ли зомби придут. А я уже с револьвером. Ту-т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 у. Я готов. Нет, там слишком высокие ноты, я их сейчас не возьму. А низко я их тоже не возьму. Че-то я... Гниль Ялунга. Гниль Ялунга. Давай посмотрим, что там гниет. Надо уже скоро почитать все. Да, кстати, это было бы неплохо. Было бы неплохо это хотя бы начать уже делать, чтобы мы потом не потратили на это целое видео. Что-то стучит. А, это стреляют. Здорово. Письмецо у тебя заберу, ты же не против? Наверное, нет. Так, письмо мы забрали, мы молодцы. Вообще мы двигались вверх-вправо. Да, мы двигались сюда. Не, не. Вон, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, пойдем к Лонгину, до него хоть ближе. Давай к Лонгину пойдем. Йоги и Реджи как совсем далеко. А как отсюда спуститься, кто знает? Он, конечно, не Марго, наша любимая из Hogwarts Legacy. Которая неразбиваемая и неубиваемая практически. Когда она, наверное, разбивается совсем с далекого расстояния. И совсем-совсем высоко прыгнуть. Ну так, да, Джай, конечно, со ступеньки разбивается, если прыгнет. Но на самом деле, справедливости ради, можно со ступеньки вольтануться башкой так, что ты помрешь. Устраните лейтенанта армии. Лейтенант! Это вот этот кто лейтенант? Кто это лейтенант? А, вижу. Все? Да. Обыщите лейтенанта! Апа, ладно, давай обыщем лейтенанта. Мне нравится с мясом, кидай мясо. Давай посмотрим, чего в этот раз пойдет. Так, нож. Это не то. Хотя ножи, кстати, что ты метательные не используешь? Это мясо всего лишь, не переживай.
Просто пошел мясо. Смотреть. О, собаки пришли, просто зажрали. Слон сказал такой: я пошел. Не за оленем кинулись. Бедняга. Да. Погнали оленя. Ладно. Ну ладно. Иди обыщи. Так-то, слушай, ну мясо, да, вот в этом плане, так не стоит животность убивать, чтобы тупо мясо забрать. Да, я согласна. Мясо очень полезно, оно зачищает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Права вам, где вы давали? Для кого ты? Нихера себе, какие здесь все шумахеры. Ты дурак, что ли? У меня так... А, ты такой. Вот. Вот это у него был план. Он его, конечно, придерживался, я не спорю, но... Как бы у тебя чувак с револьвером за спиной. Ну, тоже верно, да. Тут явно не делал. Ты сначала вообще как бы не подумал совершенно. Он такой. Не, это был план, я согласна, но просто... Если бы у него было прикрытие, это был бы хороший план. Давай дойдем до... Варк. Что? Варшакот? А, это крепость Деплёра, не, не пойдем. Не-не-не-не-не. Мне кажется, нас там убьют. Да. Это мы оттуда сбежали, по-моему. Или нет? А хрен его знает, интересно, откуда даже, откуда сбежали? Мы сбежали вообще. Ну, как бы да. Где-то должна быть локация самого Пейгана. Ну, Пейган-то выше. Я вижу аванпост. Не понял. Че не понял? Я же отметил, что исчез. Аванпост справа тоже. Где? Да там горит, дымит. А, может быть, это, кстати, Пейгановский. Ой, это Деплёровский этот. Это, наверное, это, да. Мясо у меня закончилось. Вот в чем беда. Ну, блин, это эффективная стратегия, я считаю. Да, закидываешь просто кусок мяса в центр лагеря и убивает там всех. Пока природа порешает. Конечно, наверное, охотники бы мечтали, чтобы так было. Хотя бы фотоохотники. Типа, кинул мясо. Опа, Ансон! Ты ему не нравишься. Ну, мне туда. Ну... Конец мишки. Блять. Мишка, ты не дурак. Винни-Пух. Да, сорян. Игра нас заставляет. Мы осуждаем убийство животных. Не в каменном веке живем. Так. Он говорит, я вижу тебя, падла. Блин, ты как будто луком эффективнее. Бессмертный медведь 2.0. Жопу ему из лука. Давай заберем шкуру. А, у него просто была слабая точка именно в заднице. В принципе, я должен сказать, что это довольно распространенная, да, слабая одно точка. Мяско. Ага. Так, что у нас тут? Непонятно. Хребет ел. Хребет теперь. А, ну типа хребет нам наверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикол. Это какой-то хребет. Знаешь, я о чем подумала? Представь, если бы вот эти пещеры купили бы как в Far Cry 3. Ой-ой-ой. Это был бы пиздец. Это, конечно, жесть. О, давай вот ник Моханагейла. Как ты сюда залез, только Моханагейл, непонятно. Ну да ладно, нас не сильно-то это волнует. А вот агит-плакат надо снять пойти. Мы против пропаганды. Давай вообще глянем, что нам читать там надо. Много это чего. Вообще где? Я понимаю, что много чего. Уровень кармы у меня за 4. Бонус кармы получил. Что тебе козлы сделали? Да мне один только нужен. Ну ладно. Они убежали. В жопу. Это был смертельный удар. Быстро. Так, забирали шкура нахура и мясо, да? Да, с каждого, то есть любой живности приманка одна. Так, все тут развешивают по агитационные плакаты. А почему только один-то был красивый, остальные стрёмные, блин. Слушай, ну может еще красивые будут.
А может, опана. Нет. Что тут? Доли Тхами, Прокан говорит, ты не доставил груз для Тхами прошлой ночью. Ты что, совсем спятил, тупица? Я слышал про него такое, что ты и знать не захочешь. Говорят, он владеет невообразимой силой. Я не хочу, чтобы в меня вселился дух или еще что хуже. Проследи, чтобы Тхами получил свою долю опиума сегодня вечером. Ну да, он под опиумом-то сразу начинает буянить. Да. Там и духи появляются. Там кто только не появляется. BBC начинает новые сериалы снимать, например. Ну, по крайней мере, Моффат 100%. Ну, да. Так, поехали. Рэби Рейрана. Я даже не понимаю, кто такой Рэби Рейран. Рэби Рейран. Блядь, я даже толком не могу понять, виделись мы с ним или нет. Я что-то уже забыла имена всех персонажей. А ну, вот кроме теперь, Сабалы, пожалуйста, Аниты. Можете мне... Вот мне не хватает Ривелио, блин, чтобы понять, есть ли Ривелио? Тут... Если тут... Жрыбы. Или чуйки Ведьмака, да, там как он называется? Да, ведьмачи, если чутьё, опансон. Или, как она называется, в Dying Light тоже была кнопка, и он, короче, видел все там на расстоянии 5 метров вокруг себя. Тоже было удобно. Ладно, будем надеяться, что этот тварь не приползет. А что ты хочешь? А, ты этот, маску. Опять кто-то... Нет. Сука, где я его оставил? Вон она. Всплывай. Сейчас покусит. Нет, не успела? Ох, не успела. Тебе повезло. О! А она пыталась. Да иди ты нахер, говорит. О! Ты видал? Подожди-ка, мы посмотрим на это. А, это он уже завязал. Подожди, может он сейчас еще попьет. Смотри, какой слёник. Он пьет! Возьми хоть фотоаппарат поближе, посмотри. Какой радостный слон! Да, ребят, конечно. Посмотрите просто, какая прелесть. Мы готовы уделить этому пару минут. Ну, видишь, насколько проработаны в живность Far Cry. Она хоть что-то делает, а не стоит. Нет, это прям неплохо, да. Здесь что-то происходит, это хорошо. Помощь идет, братья. Да чем ты наемника нанял? Да я машину. А. Золотой путь готов к борьбе. Я, блин, думал, сейчас слона врежется. Ты сюда... Да, это у Деплёра там. Кто? Чё он? О, нет, нет! Тебя чё, ну? Это их учат так, знаешь, создавать панику просто на ровном месте. Это так, ты знаешь, вот есть такой тип людей, которые создают вид, что они работают. Такое... А что случилось-то, чувак, подожди. Имитацию бурной ты деятельности. Чё? Сон. Нашей семьи. Слон решил утопиться нахуй от такого. Не, он плавать умеет. Так слоны плавать умеют, не знал. Ты куда? Подожди, я хочу посмотреть. Ты куда поплыл-то? Меня больше удивляет, что он, ну, его вода удерживает нормально так. Нахер говорит ваше... Подожди, смотри на слона. Ёбнутый какой-то купанулся такой. Он прям плавает. То есть это не какой-то баг и так далее. Он прям плавает. Классно. Молодец. Цветочек надо было захомячить сейчас. Вообще был богинщик. Да подожди ты за ваши семьи. Придурок. Ладно, поехали. За ваши семьи. Чувак. Имитатор хера. Идем, идем. Давай. Я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата. Когда я родился, этот регион уже был под контролем мина. Не, ну та женщина была, конечно, умней. Да, не говори. Ты долбоёб, залазь. Я на него, короче. Вызывай второго. За наши семьи! Ты утопил машину, блин. Тебе понадобилось на это 30 секунд. За наши семьи. Вообще, там лодки, на лодках там... Ладно, вызываем. Кому ты отомстишь? Не знаю. Ну ты что, вызываешь, нет?
Да я вспоминаю как. Ну так вот. Вот черт, он не вызывается, пока это. Пока что. Да, он не вызывается, пока этот еще есть. Да почему ты до трех можешь штук вызвать? Не. Да. Ну, видишь. А, просто. Место неподходящее. Вот, это на дорогу H. Попробуй. Подождите, там В. О. Нет, нельзя. Нельзя вызвать. Ах, ну теперь, блядь, пиздуй пешком, чем могу сказать. Там, между ох, прочим, на карте. У меня сколько этих. Так я тебе говорю. Надо посматривать. Можно перегадать пистолеты во время использования. Ну давай. Так, позволяет целиться и стрелять во время перемещения тела. Но мне это не надо. Больше урона транспорт выдерживает. Хорошо. Можно перемещать огнеметчиков и стрелков. Ну это такой себе. Ага. Если у вас кончились индикаторы, удерживайте контур, чтобы установить две ячейки здоровья. Да а, хорошо, надо, но тебе вот нужно это, еще да, это прокачать. Берем, берем, это берем. Индикатор установит 6 единиц здоровья. Ну это сильно, но мне надо здоровье для этого. Это ерунда какая-то. Вы получаете меньше урона от падения. Очень полезный навык. Вы можете бежать бесконечно. Неплохо. Тоже неплохо, берем. И где он? Я не понимаю. Там ты когда заходил, была какая-то кнопка, типа, что ты повстанец следует за вами. Ладно. Пусть следует. Странные какие-то нынче это события кармы заложник. Я думаю, сейчас его собьют. Я тоже так думала, это было бы обидно. Но пока чел, которого загрыз орел, это. Пока его никто не перепнул. Опа, Ансон! Будет наш. Ой-ой-ой, уже нет. Кто добил вторую мышцу? Просто туториал, как топить автомобили. Как ты это сделал-то? А он сам утопился. Пошли, давай, пошли. Блять. Куда пошли-то, куда? Господи, пошли. Я даже грузовик не остановил, он, знаешь, просто проехал мимо, давай и вот уехал. По-честному, он, вот сейчас он напоминает очень трусливого человека, который, знаешь, вот есть такие, которые прячутся, а есть такие, которые, давай вот быстрее, мы уже будем вот в каком-то месте, где будет пиздец, где я буду стрелять и так далее, где будет реально страшно, потому что я не хочу люди вот это предвкушать. Люди Пейзена давно не несли потерь. Пусть твой успех ознаменует начало новой эры Кирата. Стой, стой! Ладно. Он внизу! Я тебя прикрывать не буду, иди ты нахер. Мы нового вызовем. Надеюсь, та девчуля с нами побежит. Пиздец ему нахер. У них, кстати, жизни, блин, как у лошадей, серьезно. Ну я помогу тебе, вот этого пулеметчика убью. Потому что он как бы нечестно. Ну да. Давай сам. Ого. Он что в него кинул? Ну, там чё? Один чувак остался, ты можешь его убить? Пошли, давай, пошли! А, на, пошли. А, ты убил все? А, видимо, да. Сейчас выскочит. О, машиночка. Машину заберем. Я тебе говорю, вот он похож вот на такого трусливого человека, который вот не любит вот это само предвкушение того, что будет страшно, будет больно, можно умереть. Сердце и так далее. Сейчас выскочит. Ну-ка, дойди. Такой. Странненький пацанчик. Надо было Кия сказать. Че, Джеки Чана не смотрели, что ли? Не-не-не, поехали, ты дебек-то, дебек-то, ты зайдешь? Надеюсь. Поехали. Нажми там кнопку, типа, чтобы он двигался с тобой. Вот какую-то там кнопку, и там было написано, что повстанец за тобой следует. Вот тыкни ее, да.
За наши семьи! Пошли, давай, пошли! Ладно, похеру, короче, на него. Я не понимаю, как им управлять. Или, по крайней мере, та женщина делала все сама. Этот, я не знаю, что делать. Вау. Что такое? Убейте лейтенанта армии. Это вот он, кстати. Ой-ой-ой. Сейчас тактика с мясом бы хорошо пошла. Да. Кто там? Там? Тигр? А, медведь! Кстати, ты носорога таким образом не привлечешь, по-моему, они мясо не едят. Ну, нашему хана, я думаю. Медведь нашего забьет, конечно, сейчас. А, нет, нет. Все. Наемник мертв. Туда пошел. Да, они уже меня не трогают. Голый против медведя, понимаешь? Господи. Твою мать, я только это понял. Чувак, ну подумай, подумай, стоит ли это того? Стоит? Стоит это того? Стоит? Окей. Ладно. Окей. А Мишка кончился. Он нас... Мой клинок разрубит тебя! Нет, нет, нет! Кто так орёт? Ой-ой-ой-ой. Это вот эта женщина орала? Нет, это вот эта женщина орала. А-а-а. Её сбили туристы. Окей. А туристы такие... Они, да, они слушали музыку, но тут видишь, настоящая эпопея произошла. Ах, обыщи тело. Тут битва произошла, самая настоящая. О, Мишка. Они все-таки его доковыряли. Тут пришли наши, пришли чужие, пришел медведь. Все погибли, все погибли. Никто не выжил. Шангри-лагер. А, нет, это не тот. Вот этот мне нужен. Все. А что, будешь еще нанимать? Да, не, мне тут идти-то осталось. Уровень кармы растет. Все растет. Ну прям хорошо, битвы идут. Мне вот кажется, опа, вот это мясо жрет, конечно. Мне до сих пор интересно. Нет, давай не на себе, подожди, когда кто-нибудь к тебе подойдет. Ой, подожди, тут они перед лицом залетали. Ой-ой-ой. Ты что, дурак, что ли? Давай вот так сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ты чё ожидал, мне интересно? Да. Ебать их там. Ну кидай теперь в эту херню коктейль Молотова. Ёб твою мать. На, гори в аду! Ну это же не так просто это. Теперь уже да. Но нет, они сгорели. Да, уж гребаные пчелы, конечно. Ух ты, да, ты! Он так долетел, как будто его кто-то пнул под жопу просто. Тихо. Там, кстати, по-моему, красивый гид-плакат. Но, может быть, я ошибаюсь. У него что, коленки дрожат? Нет, наверное, я ошибаюсь. Иди, тебя 2 секунды. Да. Только плакат. Ты мне не интересуешь. Ой-ой-ой-ой! Ты думаешь, это умная идея? Какой-то колокольчик посередине. Какое-то сокровище было. Вот и он, остановите. Да похуй, ладно. Хер на нее. Опа, молитвенный барабанчик. Ты
Черепашки. А тебе зачем черепашки? Мясо мне надо. Опять? Что с событий карма повалилось-то? До этого что-то они чуть-чуть откуда были. Откуда столько лейтенантов? Вот ничего интересного. Да, ты не говори. Опять они меня заметили. Все сплошные начальники. Ой, снайпер. Скотина. Ай-яй-яй-яй-яй! А, конечно, там за пулеметом сидят. Давай. Где тебя? А, еще не все. Лейтенанта-то не убили. А вон он. Так. Одинокая планета Кират, часть 4. Шаманизм Индхами. В наше время шаманизм в Кирате большая редкость. Однако он все еще практикуется в некоторых уголках страны в местах, именуемых ашрамами. Знахари, которые называют хами, выступают в качестве посредников между миром духов и материальным миром. О болезнях принято винить разнообразных духов. В ходе ритуала часто приносят в жертву петуха или черного козла, в зависимости от недуга. А, ну понятно. Я теперь понял, что этот козел нужен. Хотя я и так понял, конечно. Все равно мне его жалко. Зато он помог вылечить людей. Аджай, соскучился? Че? Господи. Он так говорит, будто мы с ней спали. Соскучился. Ой-ой-ой! Ребят! Что-то они, может быть, где-то уйдут? Ты обыщешь, кого надо? Блин. Что-то напрягает, что они это... Ездят хер пойми как? Понимаю. Ты не обыскал, кого надо. Чё-то, блин... Ёб твою мать! Да уж. Да. Слава богу. Так, ну чё, бедолага. Поехали со мной. Так. А вон мы и до Лонгина. Все пытаемся доехать. Да, все в попытках. Не поедешь? Такой музончик модно играет. Господи. А, ничего страшного. Знаешь, ты вводишь едва ли лучше, чем они. Радио Свободный Кират. Нет, все, хватит радио. Мы доехали до Лонгина. Ну как доехали? Ну да, как доехали, как бы доехали с одной стороны. Но с другой стороны еще не доехали. Видимо, где-то тут по пешком надо. Это вот кто, волки? Да. Это козлы. Козлы? Я вижу, что это что-то серое. Вау. Дай. А туда кинешь? Не кинешь. Ну ладно. Так, а, о, нормально. Идем. Ну нет. Хорошо, что это быстро решается. Теперь, видимо, наверх. Я вот тут много путей наверх. Какой именно верх мне нужен? Бездна. Задолго до Банашура пел Елунг, но это было в бездне. Глубоко в земле, и никто не слышал. Чтобы услышать, нужна кровь. Я знаю, козел. Понятно, ладно. Бездна! Бездна, он пел. Ох уж эти вьетнамские флешбеки в Геншин. Ой, тихо. У тебя таких нет? Нет, что там бездна? А быстро проходилось. Не выебывайся. А
А вот там что за значок лука на карте? Это такой. А, это йоги. Лука. Мы смогли. Да, мы как раз смогли. Ашрам Тхамы. И на этом? И надеюсь, мы закончим. Как раз к Лонгину подойдем. Как раз, да. Так, тогда закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.